смотри, ва! Вообще, вот это угарно! Что он делает? Он типа прочищает носы, ухо. Карандашом! Круто же, Майк! Он, короче, смотри, карандаш засунул в ухо, вытащил. Фу, у него из носа. Нет мозгов. Круто, Майк! Короче, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк, подписывайтесь на канал. Да-да-да-да, ребятушки, лайк, подписочка, комментусик, лайкусик, и обязательно покушайте, если вы не кушаете. Тинь. Да, и у нас, короче, вопросик дня. Вот у нас сегодня серия про быструю скорость. И напишите, вы любите бегать? Либо какой, короче, физкультурную штуку любите? Там, не знаю, подтягиваться, да, вид прыгать. Спорта, ребятушки, вид спорта, ребята. Вид спорта, да. Какой нравится? Может, теннис играть, может, футбол, может, там, не знаю, баскетбол. Может, там, ну, все что угодно пишите. И девочки, и мальчики. Может, девочки там группа поддержки или еще что-нибудь. Да-да. Женечка, а чего ты взял вообще, что мы сегодня быстро будем бегать? Короче, Майя, я чувствую себе прилив сил. Я хочу такой... Майя, сейчас будем играть на перегонки, на перегонки. Говорите, на перегонки... не молчите. Ну все, хорошо, хорошо, ладно. Давай, Майя, давай, вот я прям чувствую, что я быстро бегаю. Ну-ка, Майя. Сейчас, смотри, 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 сейчас, сейчас. Смотри, видал? Подожди, а ты реально быстрее. Ну-ка, давай, Майя, на счет три побежим, давай. Раз. Подожди. Подожди, ну давай, раз. Раз, два. Я вот здесь, давай, раз, два, три. Я быстрее. Не, Ма, видишь, я... Ой, моп! Какой вообще, Ма? Сейчас тебя догоню, я быстрее. Не догонишь. Людочка! Ма, смотри, что с Людочкой? Ма, иди сюда, Людочка, что-то. Людочка, ты до сих пор дэнсишь, ты не устал стоять на одной ноге? Что говорит? Так, хламончики, прикиньте, что, короче, меня сегодня разбудили в 7 утра. Людочка, как жизнь, но в 7 утра дрелю, и, короче... Ма, что такое? И, короче, душит весь день, душнило нереально. Батареи как начали шпарить, я аж офигела, душит. Я вышла потанцевать, у вас как дела? Че, вы бегаете, что ли? Ма, ты че угораешь? Людочка, ну, ничего, ситуация душу. Похожая, понимаешь, мы с Людочкой. Так у меня в реальной жизни душнилова полнейшая. А тут у Людочки душнилова. Короче, друзья, Ма вообще душит вообще по это. Давай, Ма, погнали. Так, хорошо, окей. Мне кажется, ты, по-моему, стал еще быстрее бегать, или мне кажется? Не знаю, Ма, ну-ка давайте проверяем. Пара, па, 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 па. Ма, я... Во-во-во-во! Смотри! О, блин, ты чего такой быстрый? Погоди, я даже не вижу, где ты там мельтешишь. Смотри, вот, я как флэш. Обалдеть, слушай, интересно, максимально, насколько ты можешь быстро бегать? Не знаю, Ма, ну слушай, мы сейчас вообще, ну-ка, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Подожди, стоп, остановись, я хочу бегать примерно так же, как и ты. Чё происходит-то вообще? Не знаю, Ма, надо упражняться. Ма, нифига потекала. А не, я Ма вроде догоняю. Оп, перегнал. Подожди, ты перегнал? Как это ты перегнал? Погодь, ну-ка, давай когда побежим. Давай. У меня все, надо покушать. Режим питания нарушать нельзя. Все, питание спортсменов. Смотри, Ма. Так, погоди. Блин, ну ты очень быстро бегаешь. Ну-ка, подожди, где ты там? Вот. Оп. Ого, Ма, ты что, флэш? Ты еще быстрее стал, по-моему, стой, погодь. Ну-ка, тун, смотри, Ма. Тун. Давай разноси их вместе со скоростью света, короче. Бум-бум-бум. Ма, нифига мы вообще быстрее. Блин, мы очень быстро двигаемся. Мне короче, Ма, с каждым шагом мы двигаемся все быстрее и быстрее, смотри. Привет, а, кстати, Ма, просто. А знаешь, хочешь прикол? Короче, нажми Escape, нажми настройки, поле зрения, сделай Quake Pro. О боже, жесть. Это расширяется поле зрения у меня? Да, смотрите. Голова. Смотрите, друзья, вообще расширилось. Смотрите. Так, вширяем обратно в норму. Да, потому что кружится голова начинает. Ребят, не делайте так, когда вы так выступили. Пам, на, мать, на тебя. Эй, ты же вот драться хочешь, ну что? Все, мы играем, короче, в эти Гали. Мат и Галя. Давай, беги от меня, ты где? А я уже... А, сейчас тебя догоню. Сейчас Мат... Так, погоди. Где она? А где ты там? А я заныкался? А где ты заныкался, ё-моё? Ага. Я настройки, Ма, настройки. Настройка, здесь настройка. А, ты настройки. Так, это никого. Есть это кто? А, я вижу, попался. Тикай. Так. Ну ты побыстрее меня, кстати, если чего. Оп. Блинский, как мне тебя догнать, интересно?
Так, где Ма? Ма! А вон, так, ну-ка, а ты сможешь меня догнать? Ты сможешь меня догони, и ты Галя, Ма. Ладно, а где ты? А я на стройке. Вон, видите, да, Ма, вон она, вон она, вон, видите, вон, Ник, вон, вон. А, я тебя вижу, сейчас догоню! Так, почти догнали, погоди. Так, где, блин, где он, Так, где Ма? Где ребенок, что ли? А, так, ты где она? А, вон она, ты. Ага! Зюгись, я тебя сейчас поймаю! Паш, я тебя поймала! Нет, еще Ма не поймала! Поймала! Ты меня должна ударить! Блин, а куда ты исчез? Так. Куда ты убежал от меня? Тихо, друзья, тихо. Ты где? Ты где? Подожди. Так, Ма ищет, не может найти круто, да, друзья? Где ты? Такая Ма. Нечестно, куда ты заныкался? Ну-ка, признавайся быстро. Ма, ничего не знаю, так, аккуратненько, друзья. Вот это вообще угар. Я вижу Ма, меня не видит. Подожди, может он где-нибудь... Ты такая бегает во дворе такая, тихо, друзья, тихо. Я не бегаю уже во дворе, я прыгаю, между прочим. Так, ну-ка, значит, ты меня видишь очень плохо. Ну да, скажем так. Я твой ник-то даже вообще не вижу. Короче, друзья, это дычка вообще никогда его ник не спалит. Блин, а где он? Ма, я во дворе. Во дворе? Ну не во дворе, на стройке, Ма. Стройке? Блин. Что за жестики? Ну-ка, погодите, сейчас я захожу на стройку, так. Попался! Все, попался. Нет, ты меня не ударила, Я тебя ударила, блин. Ладно, все, я тебя ударила. Все, попался, все. Догоняй теперь ты, догоняй. Блин. Оп, все. Это нечестно, я запуталась с тобой. А вот надо было не путать сама. Погоди, ну-ка, давай, Катя, ну-ка. Где там? Жень, ты где? Я тебя сейчас поймаю, погодь. Нет, Ма. Так, скорость флеша. Давай, короче, добежим, знаешь, докуда? Докуда? Давай добежим до этой, как ее называют, штуку. Ну, блин, подводный бункер у нас. А, давай, Ма, давай тогда встаем сюда, я тебя жду здесь. Вон ты, Ма. Так, давай, наставь. О, Ма, подожди, сюда или не сюда? Дай мне бумеранг, Ма. Я тебе не дам бумеранг. Я хочу проверить, если я кину его, он ко мне вернется, если я буду бежать со скоростью света. А где я тебе возьму? Ну дай из креатива, Ма. Быстренько зайди и дай. Ну блин, ты обалдел. Ну, Ма, ну давай, ну-ка. Ма! Сейчас, да подожди, не колбась меня. А как мне, бумеранг прям так и водить? Не, ну да, бумеранг. Ну, Ма, ну не огорчай меня. Ма, я уже взял, короче, так. Так, ну давай. Сейчас он вернется, Ма, сейчас. Он летит за мной, Ма. По-моему, он не возвращается. Он прям за тобой летит, прикинь. Да, ой, я вижу, вон он. Он летит за тобой, я вижу. А, Ма, смотри. Он реально за мной летит. Капец, прикольно. Смотри, Ма, он за мной, смотрите, друзья. Вау, он просто за ним летит. Капец, он не может его догнать, и все. Это, мы нарушаем законы физики, ребятушки. Мы нарушаем законы физики. Так, погоди. Все, он догнал меня, Ма. Догнал тебя? Ну-ка, давай-ка еще раз пробегись. Вау! Ма, если по дороге бежать, капец вообще, смотри. Блин, что за скорость дикая. Вот жесть, конечно. Подожди, а давай пробежим просто весь наш город. Иди сюда, опять забежим в какой-нибудь. Давай, ты где, Ма? Я тебя не вижу. Я около магазина. Знаешь, я возле моего розового магазина сердечко. О, нифига ты убежала. Да, добегай до туда, короче. И, короче, погоди сейчас, Жень, погоди. Сейчас, короче, Женечка, я тебе вот так сделаю, чтобы ты... Давай съешь-ка побольше мяска, и мы сейчас попробуем просто стартануть максимально вот отсюда, вон в ту сторону. Какую? Вон туда, вон прямо. Вон туда. Давай, раз, два, три, Ма, давай. Вау! Близкий. И что, и прямо, да? Тут стена. А там все, а там стена. А что, есть где нет стены? Ну-ка, давай сюда. Ма, слушай, мы как уже флеши с тобой быстро. Мы с тобой вообще невероятно быстрые. Погодь, а что тут у нас? У нас тут деревня. Ой, и корова. О, смотри, мы выбежали на какую-то равнину. Иди сюда. Мы за городом.
Вот, я иди я сюда, вижу, смотри, да. Здесь кони. Ну-ка, а там что? Погоди. А, там уже морешка. А, и та статуя. И статуя свободы, да. Блин, так, ма, давай сейчас до нашего этого водного дома добежим. Давай, только погоди секунду. Я сейчас хочу еще мясо, короче, съесть побольше. Капец, я так топаю быстро. Так, погоди. О, это просто какая-то трясучка начинается. Короче, ма, я тебя там уже жду. Ты ждешь меня? Куда? Я же потерялась, а? Ма, а как ты будешь за мной бежать? Сейчас я тепнусь к тебе, погодь. Давай, тепайся. Опа, привет. Ты где? Стой, подожди, ты уже убрал? Вот. Во, привет. Давай, ма, блин, за мной. Блин, капец. Бегу за тобой, бегу. Ай. Блин, не очень удобно, слушай, не выйти, задвигаться на. Блин, вообще, а как, ма? Оп. Аккуратно надо. Оп, ма. Как ты сделал так? А вот так вот. Ты на шифте это сделал. А, схитрил. Так, ну-ка. О, ма, реально на шифте там можешь. Смотрите, друзья, я как макака такой. Такой. Смотри, ма, я макака, смотри. Кек, смотри, прикол. О, давай туда спрыгнем, побегаем по лесу. Ма, подожди, давай обратно. Ма, нифига там. А походи как макака. Нифига ты, ма, флэш. Ма, походи как макака. Я макака. Вообще круть. О, тут еще деревня. Давай посмотрим. Тут лавовое озеро, ма, иди сюда. Смотри. Я видела, я в него чуть не наступила, блин. Ай, блин, наступила. Вот жестики. Давай, ну-ка, давай прямо за мной, ма. Давай, погоди. Ну как тебе? Это максимальная скорость, как думаешь? Я не знаю. Подожди, а где ты там вообще? Ма, я просто бегу, тёпаюсь, если что, давай. Давай я тёпнусь к тебе, и мы просто будем. Я нашел какой-то заброшенный дом. Вау. Смотри, ма, иди сюда. И деревня еще какая-то. Давай на шифте потихоньку. Ой, блин, там зомби, смотри-ка. Да, заброшенный дом зомби, обалдеть, ма. Ну-ка, в какую сторону бежим-то? Вон туда, ма, давай за мной. Так. Боже мой, капец. О, я застряла в каком-то. Ну, если что, тёпайся давай и дальше беги, ма. О, я нашел какой-то бункер. Я тоже нашла. Подожди, это бункер или что? Это погодь. Это что-то странное. Это я вырываюсь. Тебе ко мне. Что нет, ты такое? Ко мне. Ай, ма, тут, короче, зомбари. Ай, блин. Ладно, сейчас я к тебе перенесу. Я уже дальше. Ого, я нашел какой-то. Вау, ма, иди сюда. Вау, это замок какой-то. Что? Ма, я тебя удивлю, но на нашей карте не должно быть никакого замка. На нашей карте куча всего интересного, оказывается. Да, смотри, что это вообще? Это огромный замочело просто. Ма, зайди за мной. Тут. Да, а, ма, тут Гасилова! Ты что там делаешь? Выходи оттуда, ребенок, ну-ка, спасайся. Я тут в подвале засел, ма. Блин, мне бы там засесть в этом подвале. Капец, все, я выпрыгнул. О боже, офигеть, а я на крышу залезла. Ма, давай, там тебя сейчас хлопнут, ма, давай сюда. Приветики, рулетики. Ну что, давай, короче, сейчас максимально пробежимся на полную силу. Да, на 255, ма. Это полная сила, ты думаешь, наша? Я думаю, да. Давай, она ма. Она измеряется так? Да. Ну хорошо, короче. Ну это будет страшно. Ну давай. Ма, все? Беги. У меня настолько, друзья, скорость гигантская, что Майнкрафт не успевает прогружаться, смотрите. Жестик! Я не знаю, куда я забежала, но это офигенно, прикольно, круто. Я в какой-то деревне очутился. Смотрите, друзья, мы с Ма теперь настолько быстро бежим, смотрите. Вау, я тоже в какой-то деревне непонятной вообще. Скорость просто, смотрите, настолько, что мир не успевает прогрузиться. Блин, я хочу сейчас... Блин, хочу наткнуться на какую-то прикольную постройку, чтобы, блин, как-то... Вау, ма, телепортируйся сюда. Ну-ка, я хочу... что там у тебя? Давай, и просто тёпни, ну, чуть отбеги ты куда-нибудь. Смотрите, вообще скорость нереальная. Просто ма, отбежал, ее больше нет. Я здесь, я упала в воду. А, ну ладно. Такая, ма, я здесь. И меня больше нет. Да, и тебя больше... Офигеть, друзья, вот эта скорость, вы просто гляньте на эту дичь. Так интересно, мы можем обратно до города добраться и побежать просто по дороге? Ты вообще знаешь, где наш город? Я не знаю, ма, где наш город. Нет, это сложно будет.
Мам, может, ты кильнешься, я к тебе тёпнусь. Ага, сейчас размечтался. Ну, сейчас я найду. Ты не найдешь никогда. Думаешь? Конечно. Ну ладно, сейчас тогда я кинусь, короче. Я к тебе тёпнусь. И ты, короче, быстренько прокачаешь снова свои ноги. Скажешь, как это? А! О, мав в городе! Да, нифига, смотрите! Во, блин, вообще невозможно пройти просто в проходы. Ой, блин. Я хочу тарантайку с такой скоростью, чтобы быстро идти за продуктами. Капец, смотрите, друзья. У меня уже кругом голова, давай. А если еще, о, прикинь, этот режим поле зрения про включить. О, это жесть, ребята, американские горки просто. Все, Женечка заигрался. Капец, да, друзья, смотрите, вау, я вообще куда-то просто улетел. Жестик. Ребята, это просто Майнкрафт перемотки огромный. Ну, это реально, мы так бегаем сейчас. Смотрите, друзья, сейчас. Сейчас, ну-ка, сейчас. Смотрите, сейчас топа прибой. Жесть, меня аж колбасит, серьезно. Мне, знаешь, вот так, вот такой звук. Ма, ты че, овечка, что ли? Да, я овечка, походу. Все, ма, тёпайся ко мне. В общем-то, дорогие друзья, мы заканчиваем эту серию гиперактивную. Короче, ставьте лайк. Эй, не двигайся. Лайк, ребятушки, подписочка и комментик обязательно за такую очень быструю серию, хоть она и была не быстрая. Да, в общем, все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока! Всем покусики, а я убегаю от тебя. Убегаю, 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 убегаю.